любимец миллионов Александр Домогаров, по собственному признанию, не стремится нравиться. Если артист себе уверен и честно делает свое дело, не стоит идти на поводу у публики. Всегда интересно. Взлет-падение. Взлет-падение. Меня, как человека, занимающегося актерской профессией, волнуют эти качели-карусели. Что у человека в голове? Чем он дышит? Чем питается, чтобы стать таким? Поделился актер. Первой женой Александра стала Наталья Сагаян. Молодые люди были знакомы с детства и вместе проводили время на даче, так как родительские участки находились рядом. В 1985-м появился сын Дмитрий, а через год Домогаров развелся. В 2008-м Диму сбила машина, он умер на операционном столе. Вторая супруга Ирина Гуненкова, костюмерша театра Советской армии, родила актеру сына Александра. Домогаров-младший снялся более чем в десятке кинокартин, но, устав терпеть сравнение со знаменитым отцом, окончил высшие режиссерские курсы и встал по другую сторону от камеры. В браке с Натальей Громушкиной артист прожил 4 года. Причина расставания – чувства к другой коллеге Марине Александровой. Этот союз распался в 2007-м. С бизнес-вумен Ларисой Черниковой Домогаров не успел дойти до ЗАГСа. Женщина умерла от тяжелой болезни. Сейчас актер не настолько открыт, как в молодости, не афиширует личную жизнь. Его подозревали в алкоголизме, писали, что он сделал пластическую операцию, испытывает проблемы со слухом, перенес ишемический инсульт. Якобы теперь Домогаров не герой-любовник, а рыцарь печального образа. В ответ мужчина рассказал, что хоть и сопротивляется возрасту, но не всеми доступными способами. В спортзал он не ходит, регулярно заглядывает в клуб по соседству, но только обещает записаться. Александр живет в Подмосковье, в особняке площадью 300 квадратных метров. По хозяйству помогает супружеская пара. Звезда экрана подчеркивает, что не стремится к отшельничеству, просто любит уединение, когда можно посидеть на берегу с удочкой или поиграть на фортепиано. К тому же в гости периодически наведывается Ирина с сыном. Бывшая жена, как писала пресса, частенько ездит отдыхать в Болгарию, где Домогаров купил дом. Также Александр не обходит стороной социальные сети. У него есть аккаунты во многих социальных сетях.